завтраку поросят. Давай нам, мамаша. Давай молочко. Месяц поросяток. Слава богу, хорошенькие. Хвостики крючком. Нос пятачком. Это первая крючка. Тут вторая. Массаж принимает. Здесь поросят побольше, но в принципе ничего. Тоже неплохо растут. Слава богу. Так интересно наблюдать за ними, уже масса поросят. Скоро будет такой же, как масса мамки. И она все равно их кормить будет. Ну а тут хрюшка наша сказочная, у которой 3 поросенка. А нам хватит. Зато какие крепыши здесь. Ух. И тут прохладнее в этом помещении. Поэтому они более заросшие. Ну, у них сена тут побольше. Поэтому хорошие будут здоровые чушечки. Хрюшечки, дай бог.